В Твери появилась новая достопримечательность, а точнее арт-объект. На главной пешеходной улице столицы Верхневолжья установили новые стилизованные канализационные люки. Они появились на мостовой и уже привлекли повышенное внимание пешеходов. Ранее городская администрация сообщала, что на главной городской улице будут установлены люки с изображением знаковых объектов города. На всех новых люках изображение старого моста. Стоит отметить, что недавно установленные люки уже ржавые. И как они будут выглядеть после зимы, остается только догадываться.